Привет, меня зовут Юрий Лемешов. И сегодня я решил снять видео на тему, о чем вообще этот канал, куда он движется и для кого, для каких людей. На этом канале будет только польза. Этот канал для тех, кто хочет самосовершенствоваться, узнавать что-то новое, полезное. Здесь будет только польза, только для тех людей, которые думают. Потому что я хочу собрать у себя умное окружение, чтобы люди, которые меня смотрят, они вдохновлялись, они получали какую-то пользу и становились лучше вместе со мной. Также я покажу на своем примере, что успеха можно достичь благодаря ежедневной работе над собой. И главное, нужно знать, куда ты идешь. Просто нужно знать конечную цель, как она должна выглядеть. Сейчас я в самом начале своего пути. У меня даже нормального оборудования нет. Я снимаю это видео на свой телефон, и вместо микрофона у меня наушники с микрофоном. Но я знаю, что нужно работать с тем, что ты имеешь там, где ты есть. Конечно же, будут тренировки, потому что тренировка – это часть моей жизни, и я никогда не перестану тренироваться. Будут полезные видео о тренировках. Также будут видео об инвестициях в акции и облигации. Я расскажу и покажу, что это такое и почему это не так сложно, как всем кажется. Я нацелен не на месяц работы, не на полгода и даже не на год работы. Я нацелен работать на всю свою жизнь. На всю свою жизнь я готов посвятить тому, чтобы реализовать свой потенциал, чтобы реализовать себя в этой жизни. Звучит страшно всю жизнь, но намного страшнее остаться никем и прожить свою жизнь впустую, так и не поняв, чего ты на самом деле стоишь. Те, кому не нравится, те уйдут. Те, кому нравится, те останутся и будут работать вместе со мной. Также мне интересно отследить весь свой успех, потому что через 5 лет я посмотрю это видео и вспомню, как это было и где я был раньше, с чего я вообще начинал. Так что я из будущего. Привет тебе! Я начинаю, можно сказать, с полного нуля, поэтому это интересно. Как вообще будет все продвигаться и как изменится моя дикция. Я понимаю, что саморазвитие – это сила. Нужно постоянно искать что-то новое, потому что в школе нам не дают те знания, которые нам пригодятся в жизни. Нам не рассказывают, как заработать деньги, как достичь успеха, как работать на себя. Нас готовят к тому, чтобы мы пошли на работу и работали там всю свою жизнь. Это вообще не то, куда я иду. Потому что это не жизнь. Работать до пенсии, а потом на пенсии думать, что тебе государство даст какие-то деньги, и ты просто можешь не дожить до старости, и все. Также я читаю много книг, иногда узнаю очень интересные вещи, которые не понимаю, как я вообще мог не знать. Возможно, я даже это знал, но не задумывался об этом. И таких вещей очень много, и таким вещам я буду делиться на этом канале. Я буду выполнять то, что заведуют нам успешные люди, те люди, которые достигли успеха. Потому что если ты будешь слушать какого-то своего соседа, который рассказывает, как тебе жить, но сам он ничего не достиг, тогда просто говори ему спасибо, но я обойдусь без твоих советов. Потому что нужно слушать только тех людей, которые уже достигли того, чего ты хочешь. Если успешный человек, который достиг того, чего я хочу, говорит мне: «Откладывай деньги», я буду откладывать. Если он говорит «Инвестируй», я буду инвестировать. Если мне говорят «Тренируйся», «Соблюдай дисциплину», «Правильно питайся», я буду все это делать. Я буду все делать, лишь бы достичь успеха. Ну что ж, я надеюсь, я немного объяснил, что почем. Дальше я буду выпускать такие же разговорные видео. Так что, если тебе интересно, тогда оставайся со мной. Будем совершенствоваться вместе. И помни, дорогу осилит идущий.
Пока.